はい、日数が経過した18日目。まああとは国威のストーカー関連だな。こっちはまだまだ情報が欠落してる。無線が。あっ、поторопись, если не хочешь неприятностей. Козлов пожертвует мной. Они оставили меня здесь, и он тоже идет за мной. Ты знаешь, о ком я. Я больше не могу доверять Козлову. Ты должен помочь мне завершить начатое. Ты и я, мы в этом деле до конца. Нравится тебе это или нет? Ты же не хочешь, чтобы он узнал правду, так? Я буду ждать на площади Ленина. Поспешим, иначе мы оба пожалеем. Похоже, я и правда наивен. Думаю, тебе придется все мне объяснить, старый друг. どういうこと? やっぱグルなの? もしくは国威のストーカーに こう話すようになんか脅されてるような感じもあったけど。 話してみないことにはどうにもね、行くか。あとは適当に割り振ろう。これでよし。кажется, твой наставник предал тебя. А может, это он стоял совсем с самого начала? Как бы там ни было, он явно не на твоей стороне. Он заманил тебя в ловушку, Игорь. Что ты собираешься делать? Хай. А, нанка 急に広い. というか、ここに来るのはもしかして初めてか? イーゴル自身が来るのは初めてだな。そして、仇でしたか、教授。なんだよ。これ過去変更案件あるな。最初に教授と接触した時点で始末しておくべきだったのかも。先に目に入るものから調査していこう。ライフル弾。なんもなさそうだな。上に行けない。で、放浪者がいるぞ、またこのフィールド。あと、ハテナもあるな。やってくれたな、教授。あ、ボロージャ。前助けた放浪者的な人。公園か。なんか回想シーンでも見れるかもな。うわ、汚染されてる。ヘリが落ちてる。なんかいるな。人物か。Семён, кай... О, Григор, скорее, мне нужна помощь! Что случилось? Мне нужен большой стальной ящик! Чем больше, тем лучше! Не видел подходящий? Большой стальной ящик? Нет, не попадался. А зачем он тебе? Хочу поймать фашистского шпиона и выведать все секреты! Это ключ к захвату Берлина! Уже многое изменилось. Берлин больше не надо захватывать. В него можно просто съездить. Достопримечательности посмотреть. Что? Можно... Неважно.
А, я знал, что ты оценишь мой план, парень. В общем так, мне нужны боеприпасы. Ну, надо подготовиться. Могу дать тебе за них полезные химикаты и прочий хлам. Ну, вдруг тебе нужно. Хай. Я хочу... まあ、でも別に今欲しいものは... Тебе удастся... Взглянь! Найне. До встречи. この放浪者とか商人ならではのレアアイテムが交換できるよとかを結構期待したいんだけどな。 あ、リボルバーだ。 さて、じゃあ 教授は口調がどうとかじゃなくてもう花から裏切ってましたよっていうことなんだけど。 兵士かな? 兵士だ。 一人? 向こうの放浪者にも会ってみるか。 うわ、汚染されてる。 一人しか映んないな。 なんだあれ? こいつヘビーだ。撃っちゃおう。立ち止まったら。立ち止まんない?立ち止まった。オッケー。なんだここは一体。 兵士まみれの建物か。こっち来るな。何の音だこれ。兵士は全員やっちゃうか。 下にいるな。なんだ? 兵士のキャンプか、ここ。 下にでっけえ箱がある。 あ、なんかもう一人映ってるような。 あれ、放浪者かな? 放浪者かも。 うわい! ちょっと待って。 どういうこと? あ、閉じ込めてんのか? こっち向いてる! いやいやいやいやいや 実験場だろ、ここはもう。 こいつもヘビー装甲だな。撃っちゃうか。これまさか急に出てきたりしないよな。勘弁してくれよ、そういうのは。 ピッキング対象あるな。まさか。
まさかね。あ、兵士だ、あれ。ここかな？違う。で、Kボックス。よし。ピッキング対象がちょっと分かりにくいんだよな。どれのことだろう。あ、手がかりか。実験報告書？人体実験関連だ。上層階かな、これ。上の階に戻ろう。あ、ついでに近いから放浪者に会うか。放浪者？Привет, привет. Не могу не спросить. Здесь повсюду жопа ми. Иногда для того, чтобы поэтому меня лично вот. Ты знаком с Уорреном Баффетом? Ну, нет. YouTube. Я его на Ютубе зато видел. Счета. Я кое. Она работала, она пропала. О, прости, про. Занят. Состань и как. На мошрамо, на куно что? Ты что? Конечно. Думаю, я. Ладно. Думаю. はい。Удачи. Ха. もう一回この建物の上に行こう。ここすげえ汚染されてんな。すっげえな。なんだこの塊は。あ、なんだ、機械部品か。どっかに解錠できるドアがあるはず。これかな？これだ。はい、外の兵士も相当しちゃうか。さっき右の方にも敵がハイライトされたな。ちょうど撃てるな、ここから。右からやるか。OK。何？OK。すんげえ強いわ、この武器。最高。暗いな、この辺。Мы думали, он просто безумный ученый, но он обвел вокруг пальца нас всех. Ученики выяснили, как отключить устройство, которым он вызывает порталы. Ох, и тяжелая эта хрень. Пришлось тащить ее на своем горбу, чтобы устроить засаду. И все зря. Этот подонок все равно ускользнул. Мало его, так еще и эти чудовища. Думаю, пора мне заняться своим резюме. ヒミヌクはもう来てますよ。じゃあ入るか。いろいろめぼしい手がか手がかりがありそうだ。あった。Значит, черный сталкер работал на электростанции и. セミオノフ。Кажется, он меня знает. Интересно, но как сюда вписывается мой наставник Семен? А Игорь на ходу, штен, нука. Но mail のやり取りを見た感じも、国威のストーカーと、うわうわうわうわうわ。国威のストーカーとは繋がってる？なんだこれ？
ここだけアウトラストだぞ。完全に人体実験場だよ。あ、兵士いる。おっと、こいつは？Не надо поспешно. А Семёновка. Дай мне объяснить. Ацу какеру. Вы стояли за этим все это время. Хватит игр. С ума сошел? Ты ведь меня знаешь. Я тебе помог. Я помог Татьяне. Не смейте упоминать о Татьяне. Не смейте. Я знаю, вы что-то от меня скрываете. Мальчик мой, ты поступаешь безрассудно. Это на тебя совсем не похоже. Если бы ты только знал о моих открытиях, о моих планах. Мне плевать на будущее. Мне нужна правда. Я заставлю вас рассказать ее. Так или иначе. Игорь, прошу, поговорим спокойно. Мы же ученые. Сетсмейште кудасай. Отача рейсейса ухагу отоштейру. Зенбу кюка. Почему Нар так заинтересована в Чернобылите? Да потому что он может принести миллиарды. Думаю, не нужно объяснять, в чем ценность потенциально бесконечного источника энергии. На это мне плевать. Они держат Татьяну против ее воли. Почему? Где она? Татьяна – пациент, очень ценный. Именно поэтому она в безопасности. По крайней мере, на данный момент. Нар делала отвратительные вещи. Я с этим не спорю. Проводила сомнительные эксперименты, причем на людях. Но Таня — это другое. Она особенная. 今なんか話者がおかしくなってたな。話者がイーゴルになってた。こいつ、タチアナが捕らえられてることも知ってんじゃねえか。Я исследовал Чернобылит. И у него очень много потенциальных применений. Что вы и ваши хозяева из Нар планируете с ним делать?Знаю, что исследовал, иначе бы тебя здесь не было. Катастрофа 86-го года была великим подарком человечеству. Величайшим. Что вы несете? Чернобылит открыл двери к тому, что изменит ход истории. Навсегда. Это энергия. Способна формировать сингулярности. Множественные сингулярности. И туннели между ними. Более того, она даст нам доступ к уже существующим. Представь себе, автономное транспортное средство, которое может перенести тебя в любую точку времени и пространства, еще и с подробными картами. И первый маршрут уже проложен. Осталось только убедиться, что он безопасен. Татьяна. Татьяна Амалиева. Вы сделали вид, что ничего не знаете о ее судьбе. Но она была здесь все это время, так? Да, не буду отрицать. Но послушай, ты не знаешь всех фактов. Господи боже. У вас что, не осталось ни капли совести? Я мог бы рассказать то, что перевернет твою жизнь. Но я этого не хочу. Не хочу, чтобы ты потерял голову, понимаешь? Ты мне нужен. О чем вы? Ты нужен мне здесь. Ты поможешь мне спасти ее. Удосы. Я последний раз спрашиваю. Где Татьяна? Игорь, прошу, послушай. Хотите выяснить, какой у вас болевой порог? Отвечайте. Ладно, хорошо, но во всем виноват Козлов. Ты должен мне поверить. Таня на электростанции. Клянусь, Козлов держит ее там. Послушай меня, Игорь, ты понимаешь, что мое исследование куда важнее, чем ты или я? Заткнись нахрен. Я больше не собираюсь выслушивать эти отговорки. Нельзя оставлять его в живых, мышонок. Он сорвет наши планы. Он приблизит конец этого мира и царствие крысиного короля. Не делай того, о чем потом пожалеешь, Игорь. Ты лучше их, помни об этом. К тому же, этот старикан может пригодиться тебе в будущем. Яна. Уа, 決めがたいな。まあでもね、過去は変えられるんだよ、チェルノブライトを使えば。
やっとくべきだと思う。Ты больше никому не причинишь вреда. Все кончено. Вижу, что ошибался в тебе. Ты такое же насекомое, как и все они. Запомни мои слова, ты будешь жалеть об этом до конца своих дней. И ты никогда не спасешь Татьяну без моей помощи! オリビエは喜ばない。タラカンは喜ぶ。まあでもタチアナの居場所を聞けたからな。そこでどうセミョーノフが必要になってくるのかって話だけど、なんかあるな。この天気は奴が来る？あ、待って。さっき殺したセミョーノフがパソコンで何を見ていたのかチェックできるな。Наконец-то. Реальные доказательства. Татьяна на электростанции. Хай. なんかカズロフとは無視して、こいつはこいつでなんか別のことをしてかそうとしていたのかな。まあ分からんけど。まあ、分からんけど殺しとこう、とりあえず。あの二人やっとくか。